Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. На этот раз выпуск нашей передачи совпал с празднованием Дня города. Было бы несправедливо оставить без внимания столь значимое событие. В этом году Иванову исполняется 146 лет. Судить о том, каким было это время, мы можем по историческим источникам, а еще, конечно же, по артефактам, свидетелям жизни нашего города. Но обо всем по порядку в нашем сюжете из Ивановского музея камня. В коллекции этого музея есть экспозиция под названием «Краеведение». Уникальные экспонаты помнят времена, когда Иваново еще было селом. Рассказ хотелось бы начать вот с этого интересного медицинского пузыречка, на котором написано «Старая аптека Николая Вильда, Иваново-Вознесенск». Вообще, как многие, так сказать, наши зрители прекрасно знают, что аптека Вильда появилась в 1742 году на улице Поповской. Вот, ее организовал выходец из Прибалтики Людвиг Вильда. Но любопытно интересно, что было в 1742 году, тогда, когда у нас еще было село Иваново. Но у нас в коллекции есть вот такая удивительная книга. Книга это выпуска 1843 года, то есть практически ровесница аптеки Вильды. Но что мы здесь читаем? Книга посвящена в основном истории Владимирской губернии, в частности, города Суздаль. Но как мы помним, что село Иваново в то время как раз входило в Владимирскую губернию. И вот, например, здесь есть такая любопытная интересная запись, что 20 июня 1849 года была сильная холера. Жителей суздальских полегло 200 человек, еще приезжих померло 230, и продолжалась она 2 месяца. То есть я думаю, что когда аптека появилась в 1842 году, именно во время холеры 49 и 48 года, как раз вот мастерство Вильды очень и очень сильно и активно пригодилось. Хотя сама бутылочка вот эта вот относится, наверное, все-таки к концу 19-го, началу 20 века, потому что мы здесь видим, написано «старая аптека». Значит, в то время уже появилась, так сказать, целый ряд других аптек, а старая аптека – это уже был такой своеобразный бренд. Теперь Поповская улица носит название Аптечного переулка. Здание, где организовал торговлю медикаментами Вильды, до сих пор сохранилось. На первом этаже трехэтажного каменного дома располагался торговый зал, а на втором – лаборатория, где готовили лекарства. Любопытно еще связать с медицинской тематикой, например, вот такую маленькую открыточку, которая тоже у нас есть в нашей коллекции. Это другой довольно известный врач, практикующий. Это врач по фамилии Красовский. Его дом находился на улице Покровской. И вот ему в то время прислали вот такую вот рекламную открыточку, где написано как раз «Город Иваново-Вознесенск, Владимирской губернии, господину врачу Красовскому». Здесь такая рекламка всем хорошо известного лекарства, которое называется «Пурген». Ряд интересных экспонатов в коллекцию музея попал из особняка купца Евлампия Елина. Этот дом снесли несколько лет назад. Но до того, как его стерли с лица земли, сотрудники музея камня смогли получить уникальные предметы, в том числе колоду карт флирта, которые были в ходу в начале 20 века. Здесь есть перечисление камней, например, яхонт. С самого начала гляди и думай о мне. То есть суть игры здесь в чем заключалась? На балах или на каких-то вечеринках, в купеческих домах были специальные столики, на которых на подносах или на сам столик выкладывали вот эти вот так называемые карты флирта. Когда молодой человек и девушка хотели между собой общаться, так сказать, тет-а-тет, чтобы никто не слышал их непосредственную беседу, он подходил, брал вот эту вот карточку, находил, например, какой-то камень, вот условно говоря, янтарь, какие у вас идеалы. Подходил, отдал вот карточку девушке и говорил «янтарь». То есть она читала то, что, так сказать, хотел ей сказать молодой человек, находила в этой колоде другую карточку, которая, так сказать, была идентична ее ответу, подходила к нему и называла, то есть между ними проходила беседа, и они с этими карточками могли, так сказать, между собой совершенно четко беседовать. Особенно дорогая эта колода сотрудникам музея камня тем, что на картах речь идет о минералах, хотя в моде были карты флирта, например, с оттенками различных цветов. В этом же доме нами были найдены вот эти 2 интересные фотографии, которые нас уже отправляют к истории Иваново начала 30-х годов, когда Иваново-Вознесенск стал уже городом Иваново. То здесь фотография написана «Привет из Иваново». Очень сложно, так сказать, идентифицировать, где конкретно это снято, но то, что «Привет из Иваново», говорит о том, что это, конечно же, наши ивановские любопытные и интересные раритеты. Как известно, первое упоминание о селе Иваново относится к 1608 году. В 1871 году село и Вознесенский Посад объединили в город Иваново-Вознесенск. Город наш молодой. Молодой, но история у него достаточно богатая. И еще в советские времена он был, так сказать, важным городом и по революционной тематике, и по текстильной теме. И вот как раз, когда праздновали столетие города Иваново, Иваново-Вознесенска,
очень было много выпущено, в том числе и сувениров. Мы вам покажем вот небольшой такой, достаточно тяжелый чернильный, письменный, точнее, прибор. Да? Вот здесь, к сожалению, ручка от него утрачена, но здесь можно поставить другую ручку, тоже Иванова, но, правда, это выпускалось в 80-х годах. Вот, то есть это выглядело примерно так. Данный прибор был выпущен, написано «Иванова, родина первого совета 100 лет», то есть как раз к юбилею, и сзади эмблема «Иванский механический завод». То есть такие подобные сувениры выпускали на наших заводах, я знаю, что было выпущено и торфмашевские сувениры и так далее. Ну и вот такой символичный ключ по истории города Иваново. Вот Иваново тоже мы видим с вами 100 лет, столетний юбилей из легкого порошкового металла. Обращаю внимание, что вот здесь вот у нас сзади щита, здесь мы видим 100 лет, а сзади на щите изображен герб. Но герб не тот, который мы все знаем. Вот здесь я могу показать на открыточке, да, вот она открытка с гербом, который, в общем-то, неофициальный, но с 70-х годов и до начала 90-х он был как бы символом города Иваново. Знаменитый факел, знаменитый челнок и волна на синем фоне. Кстати, когда проводился у нас конкурс на герб, новый герб города Иваново, и когда была принята вот та самая пряха, да, ну, было много претензий к этому новому гербу, и вот этот герб вообще считается эталонным с точки зрения геральдики. Здесь как раз мы видим некое подобие герба. Здесь у нас и шестеренка, и рулон ткани, и завод. То есть такое отражение того, что у нас в Иванове выпускалось, производилось, потому что у нас не только текстильная промышленность была развита, но и химическое, и машиностроение, и так далее. Ну и тогда же были выпущены многочисленные открытки. И вот, в частности, был такой набор для карт максимума, так называемый, набор по «Золотому кольцу». К столетнему юбилею художники Кукулиевы нарисовали открытку в палехском стиле. На ней изображена огненная жар-птица. А уникальность ее в том, что штемпель на оборотной стороне был поставлен 2 августа 1971 года. Эта дата является подлинным днем рождения нашего города, хотя празднуют это событие обычно в мае. Этот сезон в Ивановском музыкальном театре завершится бенефисом главного дирижера, заслуженного артиста России Аркадия Ладыжинского. Маэстро уже 60 лет в театре. О нем наш следующий материал. По взмаху руки Аркадия Ладыжинского, как по мановению волшебной палочки, в Ивановском музыкальном театре начинается действо. Дирижер – тот человек, который в прямом смысле слова задает ритм всей постановки. В театре Аркадий Львович и днем, и ночью, как выражаются коллеги, даже в свой выходной он спешит посмотреть, как идут здесь дела. Я знаю его как человека очень ответственного, очень любящего свое дело, очень болеющего за оркестр в первую очередь, за то, что, в общем-то, за то, чтобы спектакль состоялся таким, каким он должен быть. И вообще, я хочу сказать, человек, который более 60 лет занимается своим любимым делом, а это дирижерское дело. Это, в общем-то, человек, который беспредельно предан музыке. Сейчас в самом разгаре репетиции предстоящего концерта, приуроченного к почтенному юбилею Аркадия Ладыжинского. 8 июня в Мустеатре состоится его бенефис. Программа называется «Маэстро Дунаевский». Аркадий Львович пришел к нам в 90-м году в качестве главного дирижера. Он принял театр после Цигельмана. Был у нас такой главный дирижер. Они оба из Новосибирска, я имею в виду из Новосибирской школы. Поэтому, так сказать, передали эстафету Новосибирской консерватории, Новосибирской школы, вот опять Ивановскому музыкальному театру. Руководство театра не без сожаления отмечает, что в последние годы уходят из театра мастера, которые владеют законами жанра оперетты. Те выпускники, которые, например, приходят сюда, они либо тяготеют серьезно в оперу, либо в драматический театр. И вот этой вот золотой середины им не всегда удается найти. Аркадий Львович обладает этой золотой серединой. У него огромный опыт. Он очень хорошо знает
знает наш жанр. Но при этом я хочу сказать, что он тяготеет и владеет большой симфонической формой. В его репертуаре было очень много концертных, серьезных программ классической музыки. Дирижер – это тот человек, который помогает выдержать баланс, чтобы было слышно и музыку, и артистов. Аркадий Львович признается, проблем в оркестре много. И это не только крайне низкие зарплаты музыкантов, но и недостаток квалифицированных кадров. Не хватает музыкантов. Сегодня у нас в штате из всего штатного расписания 1/3 в оркестре, среди солистов, среди хора и балета. 1/3. Сейчас в оркестре чуть более 20 человек, должно быть около 60. Приходится прибегать к приглашенным специалистам, которые, увы, не всегда могут присутствовать на репетициях. Аркадий Ладыжинский уверен, что в городе должен быть свой полноценный симфонический оркестр, потому как интерес к классической музыке и спрос на живое исполнение в Иванове есть. Обычно в рубрике «Мастерская» мы рассказываем о том, что можно сделать своими руками. Однако на этот раз разговор пойдет о художнике, неподражаемом мастере гобеленов. Владимир Мухин – один из немногих, кому подвластно, переплетая нити, создавать удивительное произведение искусства. Гобелен не дает права на ошибку. Либо придется все бросить на полпути, либо все заранее тщательно продумать и рассчитать. Сейчас это как бы вымирающий тип искусства даже, потому что гобеленщиков осталось вообще единицы. Не то, что и у нас в России вообще единицы. То есть мы все знаем друг друга. Володя – это ведущий, в общем-то, гобеленщик у нас в России, я не преувеличиваю. Сейчас гобелены, как выражается художник, это основное творческое амплуа, которому Владимир Мухин верен на протяжении 35 лет, хотя начиналось все не с гобеленов, а с графики и живописи. Когда я нащупал какой-то свой, как я считаю, свой стиль в гобелене, который позволял мне не только мыслить декоративно, но и какие-то свои идеи продвигать, будем так говорить, и мысли и отношения к жизни. Когда вот этот стиль сформировался, то графика как бы отошла на второй план, потому что, ну, в гобелене соединилось, в общем-то, и графическое мышление, и мышление декоративное. Создание гобелена требует большой подготовительной работы. После того, как родится образ, необходимо создать небольшой эскиз, а затем картон, изображение в натуральную величину. И только потом начинается процесс ткачества. Коллеги по цеху удивляются трудолюбию художника. Художник очень интересный, уникальный, я бы даже сказал. Занимается не только гобеленом, но и живописью, графикой. В данный момент он делает серию графики очень любопытной. То есть, ну, человек мыслящий, глубокий, вот, преданный искусству. Исполнение гобелена, отмечает Владимир Мухин, это уже чисто технический процесс. Для работы потребуется деревянная рама с гвоздиками. На них натягивают нити основы. Плетется вот косичка такая, снизу и сверху, подвижная. Для того, чтобы эта основа, ну, держалась более-менее на одном уровне, на одном расстоянии друг от друга. Через одну основу протягивается вот такое вот, ну, будем так говорить, рейка. Она разделяет основы на четные и нечетные. То есть нечетные сверху, четные внизу. То есть вот я могу свободно пропустить между ними нитку, руку, нечетные сверху, четные снизу, привязываются вот такие вот веревочки, за которые я вот, если их потяну, то открывается другой зев, как бы с другим чередованием. Под нити основы нужно подложить рисунок, на который художник будет ориентироваться в работе. Владимир Мухин признается, что несмотря на достигнутый уровень мастерства, в ткачестве он самоучка. Началось все как бы с журнала, где я прочитал вот подробное описание вот такой вот примитивной технологии. А все остальное это уже накапливалось с опытом.
В работе можно использовать практически любые нитки, пожалуй, кроме натуральных шерстяных. Фактура у них не та, да и моль такие произведения искусства любит больше. Нам нужно вот этот вот треугольничек, предположим, заткать одним каким-то цветом. Вот я один раз проложил. Ниточку второй раз в другую сторону, я уже поднимаю другие нити основы. И прибиваю опять в эту сторону. Вот обычно для прибивания я вот когда потуже уже нужно прибить после какого-то нескольких прокидок, я пользуюсь вот такой тяжелой большой вилкой. Но важно не чем, а как создаются работы. Не так давно Владимир Мухин приступил к серии цветных графических работ, выполненных гуашью и акрилом. И если раньше графические работы накладывали отпечаток на гобелены, то теперь в графику причудливо вливаются гобеленовые ходы. За экспонат, о котором мы сейчас расскажем, тульские музейщики готовы заплатить целое состояние. Дело в том, что в коллекции музея имени Бурылина есть пистолет работы тульского оружейника Алексея Сурнина, который стал прообразом хорошо известного всем литературного персонажа Левши. Коллекция оружия в Музее промышленности и искусства считается одной из лучших в провинциальной России. Основателя музея Дмитрия Бурылина интересовало холодное огнестрельное оружие различных стран. В музее можно встретить как типичные образцы, так и раритеты. Кремнево-ударный пистолет работы тульского мастера Алексея Сурнина – изюминка коллекции. Алексей Сурнин был направлен на обучение в Англию вместе с одним из тульских оружейников. И князь Потемкин, который был лично знаком с Сурниным, он называл их даже не просто Сурнина, не просто оружейщиком, а художником оружейного дела. Направлен он был до 20-летнего возраста. И с 1788 по 1796 год, 8 лет, он обучался у одного из известных английских мастеров оружейного дела Генри Ноука. Талант русского оружейника в Англии оценили по достоинству. Предложили Сурнину остаться работать, однако мастер вскоре вернулся в Россию. Чем интересен этот пистолет? Он уникальный. В России таких пистолетов нет больше ни даже в музее Тулы, где работал Алексей Сурнин. Этот пистолет, скорее всего, был произведен уже в Англии. И поскольку патентная система появилась в России с 1812 года, а на пистолете есть клеймо Алексея Сурнина и написан патент Алексея Сурнина. Возможно, какой-то особый тип ударного механизма на этом пистолете использовался, но, по крайней мере, те оружейщики, которые, чьи произведения, чьё творение славилось достаточно хорошей, добротной работой, они могли указывать свои имена. И вот как раз на вентиле под ударно-спусковым механизмом указано имя мастера Алексей Сурнин. Скорее всего, этот пистолет не армейский, а дорожный, которым для защиты пользовались торговцы или путешественники. Это единственный в России образец. По крайней мере, о существовании других ничего не известно. Вот такая история. «Стимул» – премию с таким названием уже во второй раз будут вручать самым талантливым молодым артистам. Церемония пройдет 6 июня в Ивановском драматическом театре. Премию учредили актеры для актеров. Претендовать на нее могут молодые артисты профессиональных ивановских театров. Правда, вот никак второй год не можем включить еще обойму ролей, которые делает сейчас Кинешма. А сейчас этот театр очень на подъеме и очень интересно работает. Но со следующего года мы уже говорили с директором Натальей Викторовной Сурковой, что обязательно будет и он, этот театр, включен.
Премия «Стимул» – это инициатива молодежной секции при Ивановском отделении Союза театральных деятелей, которую поддержало старшее поколение. Прежде чем вынести окончательное решение, жюри очень внимательно на протяжении полугода отсматривало спектакли с участием претендентов. Очень интересная номинация в этой премии. Вот первая – это «Вспышка», это роль первого плана. А потом, значит, «Фишка», роль эпизодическая. Дебют. Мы ушли от денежного эквивалента. Дело в том, что это будут подарки, это будут дипломы. Нам очень радостно превращать эту премию в праздник человеческого театрального общения. Повлиять на результаты премии можете и вы. В социальной сети ВКонтакте идет голосование за претендентов. Отдайте голос за любимых артистов. На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. До новых встреч!